Этой зимой в Московской области высота снежного покрова составила в среднем около 30 сантиметров. Это рекордное для последнего десятилетия значение. Глава Одинцовского округа сообщил, что в 2021 году в муниципалитете было зафиксировано 61 подтопление на общей площади около 30 гектаров. Все опасные точки, где высока вероятность паводков, были обследованы. Причины, по которым возникали подтопления, установлены. Часть из них уже устранена, отметил глава. Точный прогноз половодья в Подмосковье будет представлен после 5 марта.